Рано утром на одном из российских интернет-порталов появилась весьма печальная и трагическая новость. В данной статье, которая приводится к нам, говорится о том, что сегодня рано утром в своей квартире был найден народный артист Андрей Данилко. Он же всеми любимая Сердючка. Его нашли в квартире в бессознательном состоянии его друзья, которые пришли его наведать, так как Андрей долгое время не выходил на связь. Рядом с ним было несколько пустых бутылок от алкоголя. На скорой помощи он был доставлен в одну из больниц города, где до сих пор и находится. Информации пока очень мало, мы продолжаем следить за развитием событий вокруг Андрея Данилко. Будем надеяться, что эта история будет с хорошим концом. Не забывайте, друзья, подписываться на наш канал. Следите за нашими новостями, ведь только на нашем канале вы сможете увидеть самые интересные новости российского шоу-бизнеса. До скорой встречи, дорогие зрители и подписчики канала.